Всем привет! Я Тушел, а это SteelSeries RX3 в версии 2022 года. И чем эти мышки отличаются от того, что было ранее, я и расскажу в ходе сегодняшнего видео. За предоставленные на обзор девайсы выражаю благодарность магазину Киберлайф. И если после этого обзора вы решите, что вам интересна покупка какого-либо из эрексов, то советую приобретать мышки в магазине Киберлайф. CLife.ru это один из первых магазинов России, который специализируется на игровых устройствах. И за 20 лет существования магазин смог себе зарекомендовать как надежный источник игровых девайсов. Поэтому если стало интересно, то переходим по ссылке в описании и изучаем предложение магазина. Напомню, что летом 2021 года я делал Обзор на RX3 в проводной и беспроводной версии. И там я достаточно подробно разобрал все аспекты мыши. Повторять себя я не люблю и не буду. Поэтому сегодня я сфокусируюсь на отличиях новой версии от старой. Ссылку на обзор версии 2021 года я оставил для вашего удобства в описании и в прикрепленном комментарии. И я настоятельно советую ознакомиться с тем обзором перед просмотром этого ролика. Посмотрели? Нет? Ну ладно, я так и знал, что не будете, поэтому все же кратенько я пройдусь по всем аспектам этих мышек, а не только по отличиям. И начнем мы знакомство традиционно с упаковок. Отличий в оформлении коробок нет. Все примерно так, как и было ранее и как привычно для продукции SteelSeries. Внутри тоже без изменений и нововведений. То есть в тонкой коробочке проводной мышки находится сама мышь и съемный кабель. Плюс некоторое количество бумажек, помогающих понять, что вы купили и куда это втыкать. Для беспроводной версии к этому щедрому набору добавили ресивер для беспроводной связи и переходник для ресивера. В общем, как вы поняли, комплектация весьма скромная. Если честно, я не помню, выходил ли первый RX3 в белом цвете или нет, но вот версия 2022 года есть в белом цвете. И в нем мышка выглядит шикарно. Причем что с включенной, что с выключенной подсветкой. Да, соты потихоньку выходят из моды, но все равно RX3 в белом цвете выглядит как-то модно и современно. Черная версия внешне несколько проще, но тоже в принципе выглядит недурно. В плане форм ожидаемо никаких изменений. RX3 досталась удачная форма Rival 3, и это хорошо. То есть вкратце это условно-симметричная мышь среднего размера, у которой крайне универсальная форма со спокойными линиями и изгибами. Держать эту мышку удобнее всего в пальцем и когтевом хвате. Впрочем, учитывая насколько форма сиядна, то можете изобрести и свой уникальный хват, и я уверен, что на RX3 он тоже будет вполне сносно работать. Более подробно про форму вы знаете где смотреть, так что если все равно непонятно как и где держать мышь, то все же видимо вам придется посмотреть мой первый обзор. Если же все более-менее понятно, то предлагаю двигаться дальше. А дальше по плану у нас пара слов про сборку. Первые RX были какими-то ужасными в плане качества сборки. Весь корпус хрустел, но люфтило и кнопка смены DPI нажималась от одного взгляда на спинку мыши. последующей ревизии это отчасти пофиксили, а вот в версии 2022 года все стало почти идеально. Во-первых, ни взглядом, ни даже нажатием на спинку кнопку смены DPI теперь не нажать. Корпус в этом месте стал заметно прочнее. Но теперь тоже почти не прогибается и совсем не хрустит. Бока тоже прочные и без люфтов. В общем, в плане сборки и прочности корпуса силы сделали большую работу. И теперь RX3 это действительно приятная в тактильном плане мышь. Пусть и по-прежнему слегка дырявая. Покрытие же со смены года не изменилось. Это все тот же матовый слегка шершавый пластик, который и цепкий, и не марки. И замечаний к этому покрытию у меня, если честно, нет. Каких-то сильно заметных отличий в плане основных кнопок в версии 2022 года я тоже не заметил. По-прежнему у RX3 приятные основные клики и неплохая подгонка панели кнопок. Пользоваться и левой, и правой кнопкой действительно приятно. в плане быстродействия все на приемлемо хорошем уровне. Иными словами, это далеко не показатели оптических свечей, но и задержка в игре тоже не будет ощущаться и не будет мешаться. Ну, скорее всего. Боковые кнопки тоже ожидаемо не изменились. Приятный клик и неплохая подгонка на месте, как и острый стык кнопок, который то и дело мне мешал наслаждаться переходом назад в истории браузера. Впрочем, к проблеме небольшого размера панелей и к их островатой форме привыкнуть можно. А вот колесо прокрутки тут действительно реально очень достойное. Причем хочу отметить тот факт, что на RX3, которая считается относительно бюджетной мышкой линейки силов, подгонка колеса во много раз лучше той, что у меня на Series Prime. И из-за такой четкой подгонки скролл мега приятный и без малейшего намека на какой-либо дребезг. В общем, колесо действительно тут хорошее. Помогает приятности от взаимодействия и ощутимые отсечки, которые не превращают колесо в трещотку, но при этом позволяют в принципе без каких-либо проблем сделать точных 2 или 3 скролла в любую сторону. Клик тоже в принципе весьма нормальный. В общем и целом колесо тут реально хорошее, и после игры на нем мне хочется свой Viper 8K выкинуть в окно, ибо там меня колесо бесит, но эта тема для другого раза. За колесом прокрутки находится единственная кнопка смены TPI. Она кликается и все с ней нормально. В софте ее можно перебинить, так что иногда даже может ей кто-то и будет пользоваться. Ну а сейчас мы с вами добрались до самого значимого изменения в мышке версии 2022. Вместо непонятных круглых и мелких глайдов на RX3 поставили отличные белые ножки нормального размера и качества. Причем реально ножки очень крутые. Они и толстые, и со скругленными краями, и с просто нереально крутым глайдом. Проводная версия без провода просто летает по коврику. Понятное дело, что более тяжелая беспроводная версия летает чуть меньше, а проводной RX3 с проводом как-то вообще полетом не очень настроен, и вот почему. Несмотря на крайне привлекательные вес мышки, оснастили RX3 не самым удачным кабелем под названием SuperMesh. У меня этот тип кабеля вызывал вопросы и в обзоре на Prime, и в обзоре на RaveL5, и даже на Prime Plus. И количество вопросов у меня в обзоре на RX3 не уменьшилось. То есть это далеко не самый приятный и далеко не самый гибкий кабель. И, наверное, единственный плюс всей этой ситуации в том, что выход Type-C на мышке никуда не утоплен, и штатный провод от силов можно заменить на что-то более легкое и гибкое. Касаемо беспроводной версии, изменений никаких не произошло. И Висит мышка ожидаемо больше проводной версии. Оснащается таким же не суперудачным кабелем, но плюс беспроводной версии в том, что она беспроводная. И в редких случаях зарядки супер кабель мне особо не мешал, так как обычно в эти моменты я спал. Для взаимодействия с ПК у мышки есть синий зуб для общения с офисными программами и протокол на 2,4 ГГц для того, чтобы общаться с играми. Работает все это хозяйство четко и без единого разрыва. К тому же автономность тоже неплохая. Не рекордная, но неплохая. То есть можно рассчитывать где-то на 80 часов в игровом режиме, ну и раза в два больше для Bluetooth режима. Такие неплохие показатели отчасти заслуга энергоэффективного сенсора, который обитает в бессородном RX3. Называется этот сенсор Trumov R, и по сути это Pixar 3335, которому дали модное название. Про этот сенсор я говорил и в обзоре на RX 2021, и в обзоре на Prime Wireless. Так что если интересно еще пару раз услышать, что с сенсором в принципе все нормально, то можете это сделать, пересмотрев те видео. Правда там я говорю чуть больше слов, которые описывают эту самую нормальность. В проводной же версии достался Trumov Core, и к этому сенсору в принципе есть всего один вопрос. Почему такой высокий лот? Ну реально такая большая высота отрыва напрягает в игре. В остальном же уверенный трекинг и неплохие показатели в динамике. Впрочем, наверное, самое большое замечание в плане сенсора у меня будет к его расположению. Уж слишком сильно назад сдвинуто окошко сенсора, отчего мышечная память первое время выдает неверное указание курсору и то двигается не совсем туда, куда надо голове. Но после калибровки связи рукомозг проблема, в принципе, исчезает. Софт для настройки мышки не изменился, это по-прежнему с GG, который может все, кроме гипершифта. В остальном же понятно и визуально приятное программное обеспечение, которым приятно пользоваться, которое отлично живет в трее и не делает мозг непонятными обновлениями или подсказками. Ну и вроде так получается, что я вам рассказал все, что хотел про эти мышки. Основные отличия новой версии от старой можно перечислить под пальцем одной руки. Это новые ножки, возможно новые цвета и более прочный корпус. У меня получилось три загнутых пальца с пяти. Сколько у вас? Напишите в комментариях. Несмотря на всего три изменения, версия 2022 года действительно улучшилась там, где и больше всего надо было улучшаться. И от этого ощущается новый RX3 как более дорогой и премиальный продукт. Правда, те недочеты, которые были не столь критичны, перекочевали и в новую версию. Причем в полном объеме. Это и смещенное назад окошко сенсора, и не самый топовый сенсор в породной версии, и дубоватый кабель, который плохо сочетается с этими легкими мышками. Впрочем, суммарно все равно RX3 я считаю вполне удачным продуктом. Ну, посудите сами. Удобная форма на месте. Привлекательный внешний вид и сочная подсветка тоже. Классные клики и классное колесо прокрутки тоже имеет место быть. Покрытие тоже простое и понятное. Вес у проводной мышки низкий, а у беспроводной вполне комфортный. Так что с точки зрения продукта все нормально. Не идеал, конечно, но далеко и не трэш. Хотя все это хорошее проявится в одну проблему. Проблему цены. 5500 рублей за проводной вариант, на мой взгляд, явно многовато. Да и 85 за беспроводную версию тоже не назвать идеально адекватной ценой. На мой взгляд, мышкам, наверное, стоит скинуть пару-тройку тысяч рублей, чтобы стать конкурентоспособными и привлекательными. Но это только мое мнение. Свое же пишите в комментариях, стоят ли эти мышки того, что за них сейчас просят, или все-таки нет. Я же на этом заканчиваю этот обзор и в очередной раз выражаю всем вам свою благодарность за просмотры, лайки и комментарии. Если хотите поддержать меня материально, то в описании к ролику есть ссылка на прямой донат и на коврик от с продаж которого я получаю небольшую комиссию. Также прошу всех подписаться на мой дзен канал, так как не факт, что с ютубом у нас не произойдет какая-нибудь непредвиденная фигня. В общем, сегодня, как всегда, микрофон микрофона обитал я тушал. Всем пока и до скорых встреч на канале про девайсы.